А, это те самые ребята. Привет, добрый вечер, здравствуйте. Чинкуэ. Здравствуйте. Мне очень как ты нравишься. Ты мне тоже. Ты это Comedy Club нам нравится. Да. Мы в Венгрии все смотрим. Я как профессионал здесь работаю. Приехал как стажировка, ты говоришь, и делаю интервью. И мы говорим, если хочешь выразить как уважение, должен близко с человек быть, и позволь мне заходить на твой обитель и говорить с тобой. Ты хочешь у меня взять да. интервью? Да. Поднимайся. Друзья, поаплодируем. Смотрите, тот самый якобы неловкий человек. Yes. Я сейчас не удивлюсь, я чемпионом по карате, оказывается. Сестра, сейчас вам что-то скажу. Мое имя Милош Доброгена Здратович. Милош Доброгена. Yes. Нет, добрые гены. Доброген Здратович. Хорошие гены. Здравствуйте. Здратович. 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 Бурят? А, нет, я венгар. А, венгар. А ты? А я бурят. А, ты бурят. Да. А, сестра, ты знаешь, в нашей Венгрии есть Мако город. Мако город. Это как на границе Венгрии много людей живет. И так, так, так. Нас... Портовый город. Yeah, наркотики. А, пограничный город. А наркотик у нас ходит в городе женщина с кришнаитской, как корзина, говорит, хочешь кокос первый раз бесплатно на пожертвовании, а потом платно уже делать. Второй и последний раз? Да. Ну, я понял. Так вот, сестра, у нас самый есть... Самый длинный вопрос, который я когда-либо слышал. Ну-ну-ну. Да. У нас... Венгрии человек. Yes. Yes? Так у вас так в Венгрии. Хорошая борода? Да. Поцелуй. Йо! Венгрия! Венгрия, дружба! Ты меня за респект. Продолжаем. Ты меня не поцеловал? Слушай, у нас у бурятов это плохая примета. Это потому что я черный? Да. Это дискриминализация. А что значит это слово? Это когда ты дискриминализируешь. Ну все, 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 я знаю, да, объясняй. Ну и вопрос. Не поцелую, не задашь вопрос? Грей. Я очень люблю вопросы, друзья мои. Так вот, сестра, так. Дай мне задать свой вопрос. Да, да, да. У нас есть город Мако, Мако Бойс. Это как Comedy Club. Ага. И они делают шутка. Ага. И нам нравится... Из чего? Из слова, как а, ты. Все, я понял. И нам нравится твой профессионализм. Угу, и угу. Ты мог бы оценить шутка и сказать, насколько он хороший, как шутка. Давай. Да. Давай туда. Ага. Yes. А ты будешь слушать? Я, мне слышно. У нас сейчас как самая свежая шутка в Мако идет как медведь по лес. Извини. Это хорошее уже? Это было нормальное начало. Как? Ашкаргера! Вот, видишь, Эрешкера. Такое. Продолжай. И как идет медведь по лес, идет, идет, а мужчина как в кустах уходите. Выпрыгивает на него. И говорит, привет, медведь! Yes, yes. Аркашкина. Очень классно, мне очень понравилось. Ну, это как считаешь, это хорошая шутка? Да, да, мне понравилось. А ты видел сказка про мальчик и коза и немец? Это какая-то махачкалинская сказка. А зачем махачкалинская? Это венгерский сказка. А, венгерская? Вы тоже там с козами? Расскажи мне подробнее про эту сказку. Значит, мальчик перекормил коза, ей тело чувствует плохо. И пришел немец, как погонял ее. Еда из рот сделал, и ну, ей стало хорошо. И мы как гордимся этим случаем. Подожди, я не понял, мужчина сделал козе хорошо? Немец. А, сделал немец хорошо, сделал козе хорошо. Как еда из рот, чтобы облегчилась она. Ага, ага, да. Ага. И у нас есть как песня про коза. Ты хочешь спеть песню? С тобой. Со мной. Давай. Я так понимаю, где-то тоже буду делать в определенном месте. Ты знаешь эту песню? Нет, не знаю. Там как припев я говорю. Б, ты говоришь Б. Б, 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 Б,
Это как звук коза, звук, ну, как она говорит. Я понял. Давайте. Yes. Не знаю, кто это. Ты становишься здесь, и я сейчас как буду делать куплет, и потом, когда припев, ты помогай. Но будет смешно или как с медведем? А зачем смешно? А, все, я понял, мы просто поем. Это... Друзья, вечер венгерского фольклора. Надо сделать. У вас есть время, Лига чемпионов. 1-0, кстати, Интер выигрывает, кому интересно. Мако Бойс лучше, чем Интер. Да, я вижу. Запоминаешь? Я запомнил. Я пою куплет, ты помогаешь на припев, и мы танцевай с тобой. Да, хорошо. Ашкавастар, Аргешка, Мергешкара, Ардашке, Бе, Шемехле. И сейчас делай со мной движение. Ашкастар, Гердешке, Аргавастар, Шемехле, Бе, Шемехле, Ашкердам, Ургашке. Ты делай. Я думал, ты устал. Я понял, я не знал, что ты танцуешь. Мердешке, Бе, Шемехле. А в этой песне есть конец? Ашкер, Ургешта, Пускер, Айгашкер. А сколько длится эта песня в Венгрии? Бе, Шемехле. Это как ушел на выше. Я понял, да. Ага, синкопа. Все? Это ваш! А сейчас второй куплет. Это... Кто его привел? Все, я подозревал, что это не все. Бе. Сердоста. Я боюсь, друзья. Охрана, я боюсь. А зачем охрана зовешь? Ничего, я не звал охрану. Тебе послышалось, продолжай. Тебе понравился мой песня? Честно ответить? Полная хуйня, по-моему. Это что значит? Это как хорошо? Это как очень-очень хорошо. Очень хорошо. Ты пахнешь как настоящий венгр. Да. Ты тоже. Как венгр? Такой запах, как венгр мужественный. Для меня это оскорбление вообще. Да. Ничего. Все, есть еще вопросы? Ты приятный мне. Я тебе приятный? Да. Я боюсь этого. Ты не мужчина и не женщина. Я помню. Все хорошо, спасибо. Ашкастар. Друзья, запомните, это который не мужчина и не женщина, которые все остальные. Я правда не знаю, кто это. Друзья, буквально через... Знать бы время. Приземлится Рома.